Миша, и он совершает с нами поездку по озеру Байкал вот на этой штуке. Дима, еще Дима, Андрюха, мы все с вами тут на озере Байкал. Это красивое место, потрясающее. Это Ангара, и она вот не замерзла, а Байкал замерз. И под нами 500 метров глубина. Саяны. Очень красиво. Супер. Такой весенний день. Конечно, нечто, как обычно. Вот такой агрегат. Обалденный. Кстати, производится в России. Делается в Нижнем Новгороде, да, делают? Да. Делают в Нижнем Новгороде. Мотор наш. Вообще отличная камуфляжная такая еще одежда в этой штуке. Ты тоже в прямом эфире, что ли? Прямой эфир в прямом эфире. Это еще что-то не... Еще один третий прямой эфир, товарищи. Ну, на самом деле, место силы, правда. Здесь хочется немножко сходить с ума. Ну, немного, чуть-чуть. Вообще, на самом деле, много. Так, что еще? Я, наверное, сейчас буду выходить. Смотрите, там в конце виднеются горы. Я вообще, на самом деле, в таком удовольствии.